Давайте мы сегодня, друзья, с вами пройдемся по барахолочке. Очень много товара во время времен СССР. От разнообразия глаза разбегаются. Даже есть металлоискатели. Друзья, на барахолке, смотрите, народ суетится, покупает, а мы с Митком. Товара очень много со времен СССР, Советского Союза. Каждый раз приезжаю и удивляюсь новым вещам, что только не продают. Весь народ на рынке. Давайте пройдемся по барахолке, поснимаем, что есть интересного сегодня на рынке. Поехали. Есть инструменты. Ух ты, советские хорошие. Вот эти мощные. Это австрийский большой. Рубанок хороший, конечно. Даже, по-моему, путями не использовали прям. А почем рубанок? 2500 и 4000. Да. По 4000. Хорошая вещь, конечно. Да, Советского Союза. Не, не китайский. Вот колесники, конечно, Кусинский завод. Благодарю. Там приказ ему на запад. Так же, да? Угу, 67. Классная работа. Алло, на связи. Я художник. А, вы, нет, я просто, что я собираю кирпичи. Такая красота, старинная. И такие вещи попадаются, друзья. Еще один рубанок, друзья. Ты знаешь, сколько лет прошло. Ну да, ножи тоже новые. Какой цена рубанок? 3500. Да,
Ножи, самовары. Смотрите, какие часики. Все, уже я сам беру. 150. Слышь, это был? А, удивляется. 300. Янги – это эскимал. Батарейская – янги. Смотрите, хорошие бинокли. Сегодня постараюсь показать полностью рынок барахолки. Давайте вместе пройдемся. Ну, интересно. Какая цена? Надо, кстати, такую мне сделать. Одежду. Пошла. Рынок одежды. Ну, это нам не интересно. Нам интересно больше всего. Старые. Кость пришла, да? Советского Союза. Значки. Вот это нам интересно. Друзья. Электроника вся возможная. Вдруг что найдете интересное на уфимском барахолке. Смотрите, топорище какое. Смотрите, какой. Для мясников. Для мясников. Красота. Хороший замок. Работает, конечно. Вот такая тоже замок вот это. Угу. Для гаража. Да, бывало у нас. Был у нас такой же. Так. Чего только нет, друзья. Одежда нам не интересна. Нам вот интересно. Советские державники 70 рублей стоят. Советские. Но я ее 30 продаю. А? Железный почем? Это не железо, это тоже нержавейка. 30. Смотрите, он почти, наверное, протяженность точно есть примерно километр длиною. Да, шпионим. Вдруг кто интересный увидеть. Вот, ой, смотрите, какие классные работы тоже. Ох ты. Ручная работа это все. Когда ты делал, изготавливал. В скором времени мне понадобится такой утюжок для клейки кромок. Ладно, пройдемся еще. Книги всевозможные. Вот такие вот очень классные ручки для кухонных гарнитур. Якорек классный такой. Ладно, я сейчас на обратном пути еще бюджет сохраняю.
Это Сережка твоя, нет? Нет. Надеюсь, мы сможем сегодня дойти до конца. Уже начинается потихоньку собираться. Получается между ЖД и Дзержинского вокзальной улицы, знаешь? Может, отойдете? Есть. Ну, там по вокзальной барак. В принципе, выгодно взял, поэтому как туда перебрался. На склоне, что ли? Да, да. Зато кайфово, слушай. Они с другим горят. Заметил? Вот и хрусталики пошли. Вот такая у нас есть в серванте тоже. Чистый хрусталь. Вот еще подковы. Ну все, друзья, мы почти дошли до конца рынка. Сейчас мы развернемся и пойдем в обратку. Вдруг кто увидит что-то интересное. И все это вы можете найти в уфимской барахолке. Кстати, вот такая у меня была дома. Только что прошлись по барахолке. Идем в самое начало, где мы сами торгуем медом. И буду еще раз доснимать. Было в ломе, я продал уже. Ну и меды монеты. Мелко не взял, копейка 5 копеек со времен. Подходим ближе к началу рынка. Да, мне нужен будет такой утюжок. Просто вылечиться надо, мы нашел. Главное пиндолы. Да. Тяжелые надо. Смотрите, чего только нету. И велики даже, пожалуйста. А вот еще одна гитара. Микросхемы разные от компьютеров.